Начинали вдвоем, сейчас нас 90 человек, а когда мы делаем международные проекты, мы подключаем на фрилансе по всему миру порядка 200-300 бывает людей работают одновременно разных профессий, художники, инженеры, продюсеры и так далее. И мы, если так географию взять, почти по всему миру работаем. Мы очень много работаем в Китае. Мы работаем в странах СНГ, понятное дело. А сейчас мы работаем с Дубаем, в Саудовской Аравии, потому что сейчас там бум на новые технологии. Порядка, наверное, 30 стран уже мы объездили со своим шоу, работаем. Мы решили написать этим агентствам, говорить, что, ребят, привет, мы говорим на английском, мы здесь, давайте вы, зачем вы заказываете копию, мы можем вам оригинал сделать. И они очень радостно отреагировали на это. И так мы начали работать в Китае и сделали уже порядка, наверное, 40 презентаций. Мы используем там проекцию, LED-экраны, дроны, делаем красивую графику, при этом используем режиссуру, которая здесь, как бы, да, в России, довольно неплохо развита, потому что довольно богатый, да, культурный такой пласт людей, которые могут хороший сценарий написать, драматургию сделать. Мы всегда придумываем какие-то инновационные штуки. И они не всегда вообще существуют в мире. Понимаете, там, например, берем кинетику, там, которая движется на моторчиках какая-то плоскости, на нее проецируем. Так раньше никто не делал. Мы делаем прототип, смотрим. Вот там у нас есть лаборатория, которая это все испытание проходит. Мне лично больше всего гордость берет за проект, в которых я сам уже не участвую. Потому что это показывается то, что сила света уже как институт может работать. То, что приходят молодые ребята, смотрят, как это делается, учатся и делают классные новые шоу. Будем делать мировую экспансию на весь мир. И это семечко мы туда положим. Поэтому спасибо вам большое. Я счастливый человек. Я занимаюсь своим любимым хобби. Я вообще ни дня не проработал. Я получаю полное удовольствие, кайфую от того, что делаю.